Всем доброе утро. Погодка классная. Главное теперь встать с кроватки. Еще через пару часов прилетает муж. Как думаете, идти готовить ему или тут лежать? Ну, солнца сегодня нет, слава богу, будет оправдание. Готовим. Процесс идет. На самом деле кальмар готовить очень легко. Какой аромат, вы себе представляете. Еще чуть-чуть, и все готово. Садик, ты почему к Тане еще хочешь, как маленький? Вот они же маленькие детки. А ты как маленький ходишь? Какатку? Авокадо, салатик, кальмар с грибочками и на всякий случай перемешки. Так. Тара-ра-ра-рам. Так, Артему мы дарим что? Человека-паука. А Давидику я дарю, знаешь что? Тоже Человека-паука. Держи. Не паук. А хочешь мне татуировать? Да? Вот. А вот это? Самокой. А это маме кофточка. Это что это за кофточка? Сейчас тоже покажу. А, красивая. Такую я буду носить. О, на какая. Давай. Вообще кайфовая. Давай. Кофточка для похудения. Так. Ой, ну, вот, так, короче, я тоже люблю, оказывается, подарочки. Смотрите, какая кайфовая курточка. Потом вам покажу. Да, я поставлю вот так он. Это Сергей, да, хороший друг. Да. Видите, какая классная курточка. Я ее буду использовать для пробежек. Потому что здесь, ну, короче, будет все топиться, жирок, капюшон. Потому что, когда ветер, сами знаете, везде задувает, капюшон можно застегнуть плотно. В общем, кайфово. Еще есть такая расцветка патриотическая. В общем, класс. Все условия созданы для того, чтобы вы не дрались и не обижались. Видите, какая она стильная. Я в ней даже просто... Поиграть чуть-чуть, а потом вообще класс. Вот еще какая кофточка. В общем, буду хвастаться. Вот такая у Сергея. И вот такая у Сергея. Такая же, как у тебя, вот мы будем вместе по пляжу. Вместе на Family Look, да? Красота! Почему я сама сюда не езжу? То езжу куда-нибудь, только когда муж приезжает, любименький. Ой, сладенький, булочка моя. А вдруг там двери? Молодец. Красотища. Реально редко здесь бываю почему-то. Будем исправляться. Завтрашнего дня у меня спорт, сегодняшнего дня спорта от меня не ждите, потому что я реально подустала после вчерашнего. Вот все-таки в возрасте, после 30, отдается вот этот отпечаток, что уже не можешь так тусить, как ты раньше тусил. Реально устаешь. Все, уже старость не радость, блин. Вот здесь будущее. Вот будущее здесь, а, да? И вон батут тот зеленый, который стоит очень дорого. Да, кстати, здесь батут этот вот. Мы посчитали, что он дорого стоит. Что-то там я не помню сколько. Зато вид какой. Реально красота. Я и забыла. Дом здесь не было. Еще улица так залита солнцем. Смотрите. Будто бы оно прям пролилось. Здорово. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Это же тебе есть или это же тебе нет?
У меня сплошные повара, я смотрю. Ну это что за красотка или красавец, я уж не знаю. Ой, это вообще... Кс-кс-кс-кс. Глазки-то какие.